Ты снимать умеешь? Ну, вот так, держать только ровно, чтобы экран был. На, я там завыйду. На экране видно, не урони ты. Так, я сейчас передам ему. Сергей. Да он считать будет. Так ты бери, держи, снимай. Кто на кого говорят, ты сразу на того аппарата так поворачивай, все. О ком речь идет? Идешь. Ну, видите, все время это идет. Отче наш, сижиси на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Отец наш небесный, будем тебе именем Господа нашего Иисуса Христа. Прибудь с нами, благослови наше собрание. Господи, научи нас истине Твоей. Да будем мы единомысленны в Слове Твоем Святом, Господи, чтобы мы исполнили заповедь Твою, да любите друг друга, чтобы мы по исполнению этой заповеди было видно, что мы Твои. Тебе слава воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Надо будет пройти, чтобы тебе всех было видно. Сережа, Сергей. Ты возьми это, а Игорь пусть считает, покажи еще себе считать. Уже батюшка прочитал, говорят, толкование. Так, следующее воскресенье у нас Троица. Та же служба будет суббота вечером и воскресенье утром.
Сразу после утренней будет вечерний, и там колено преклоненное, усиленная молитва. А суббота называется Троице-родительская суббота. Поэтому обычное время у нас, кто может, приходите, панихида, помолимся о усопших наших близких. С утра, а на утро. С утра, да? Так, вот. Кто свободен, приходите, помолимся о упокоении наших близких. Так. Ко мне какие вопросы? Дороги, дороги направляются. Там Евгений засыпал долгов кое-что там этим гравием, где-то какие-то ямы. Ну, загуляев, Алексей позавчера проехал, говорит, проехал хорошо. Ну, да. Не через кофе. Нет, не через кофе. Тем более сейчас немножко подсыхается очень быстро. Даже если день будет солнышко, за день уже подсыхает. Есть такая древняя, говорит, пословица говорится. Осенью, говорит, ложка воды, ведро грязи. А весной ведро воды, ложка грязи. То есть быстро уходит земля и подсыхает быстро дорога. Поэтому мы надеемся, что 3 числа дорога будет. Поэтому всех приглашаю, приезжайте. Обязательно приезжайте. Дети, кто небольшие, там это, то подготовьте их, там, в молитве прочитайте, к причастию, чтобы причастить. А то гости у нас будут там. Вот. С Тюмени ко мне пообещался один батюшка приехать с протодиаконом. Вот мои друзья. Ну, владыки я пригласил, тоже пока сейчас позвоню ему. Вот узнаю еще, как точно будет. Тогда он, когда я давал, но я давал уже давно, это еще после Пасхи сразу где-то, на пасхальной неделе еще давал приглашение. Вот, поэтому всех приглашаю, кто может приехать, приезжайте. Праздник все-таки попразднуем, ну, расходы небольшие там, что там, мы на другое больше тратим. Вместе пообщаемся. Еще, кто знает, может быть, это и последний раз будет такое у нас. Вот. Так, какие? Нет, каких ко мне вопросов нет больше? А? Кто? Какой? Устинок? Служит. Всем поклон передаю. Да, вот. Да, ну все. Про него спрашивала? Что, ничего, живой, здоровый. Трудится там, что-то копается на своем участке, теплицу строит, все нормально. Что там за конфликт произошел с сестрами на Никиту? Ну, это вы все уже знаете по интернету, какие конфликты. Никакого конфликта особого-то там и нету, это так у него что-то, как говорится... Помутнение. Памороки нашли на парня. Гормоны. Да, памороки. Вот и все, и больше, и ничего. Может, было там? Весенние всплески. Да. Гормонов. Чего там он поднялся, что вот вроде бы там искушения великие в храме, что сестры должны где-то стоять так, чтобы их не видно было. Там, а то вот он смотрит и искушается. Да, именно в храме. В храме, да, в храме у нас это все. Вот. И особенно, когда молодые. Что. Но я сейчас его поставил, он стоит в притворе, там, где у нас правила. Вот я говорю, что здесь, и это... Да, он говорит, что переставить куда-то там, сейчас не надо, говорит, тебя одного только переставить, и все нормально. Стой там и молись там. Невоглашенных нет, невоглашенных нет. Там место твое для молитвы будет. Стой там и молись. И все, он повозмущался немножко, но успокоился, стоит на месте. Вот. Ну и все, пока так. Пока никаких ничего нету. Дальше будет это что? Что-то в интернете он выступает. Ну, я не интернетом не пользуюсь, поэтому я особо и не знаю. Ну и не стоит об этом сильно. Говорит, пока я разговариваю. Вот так вот. Так что. Ну. Я вспоминаю, какое-то кино было, кто может помнит. К этому случаю оно вспоминается. Значит, там так он был на войне, воевал, военврач. И жена у него тоже там, ну, она на разных фронтах воевали, были так в госпитале все. Ну, а он в одном месте где-то они там, госпиталь был там, и прибился парнишка к ним, беспризорный. Нет, родители убили там,
немцы, что расстреляли кого на один. И он его взял себе, и этот военврач-то усыновил его к себе. Ну и привез его домой, жена приняла, и он, парнишка-то растет. А в 46-м году было землетрясение в Ашхабаде. Город практически был разрушенный весь. Не оставалось ничего. Страшное землетрясение было. В то время как раз моя матушка жила там в Ашхабаде. Она, ну, было ей там 7 лет. Почему не все это помню, как это было. Разрушение. Это все. Ну и его как врача из Москвы, он же после войны в Москве работал там главврачом в больнице. Его отправляют туда, в Ашхабад, там срочных этих группу врачей, чтобы помогать раненым там и прочее. Ну и там он привезли, значит, в этот тяжело больных там, и они умирают, эти туркмены-то. А остается девочка, там лет, наверное, 7, беспризорно, никого, все родные погибли, она одна. И он ее берет, удочеряет, эту туркменку-то. Ну и она растет у него, в семье-то растет. Девчонка учится хорошо, она отлично учится. И вот она ей уже где-то 15 лет, наверное, там или 14 лет так. А девушки, которые южные, они быстрее северных наших созревают. То есть у нее уже она оформилась, уже настоящая, как говорится, девушка такая, все у ней, при ней уже это. Но она пионерка еще, а там нужно, значит, им готовились к какому-то празднику, 1 мая или что там. Она очень хорошо читала стихи. На память хорошая, она читала с выражением-то. И она подвелась читать, и вдруг ей пионер-вожатая говорит: куда тебе выходить? Ты посмотри на себя, ты пионерка, на кого ты похожа? У тебя глаз, галстук-то не висит, а лежит. У нее так-то грудь. Но она обиделась так и бежит, прибегает в больницу к отцу-то. Вот, например, папа, что случилось? Говорит: папа, срочно мне операцию сделай. Какую? Вот это вот убрать мне, а то мне... А то галстук лежит. А он ее так обнял: дочка, а может тебе, говорит, голову убрать? Ну, успокоил, там уговорился, и она ушла, убежала. Ну, вот так вот я, когда случилось это, я это там рассказал, это, говорю, вот такое это было. Убирать голову? Да, убирать места какие, что ли? Ну... Бог дал это. Ты смотри не на это, а на другое. Как было-то, я рассказывал, там было, что был я настоятелем в Тобольске. И приехала с патриархии там одна женщина. Ну вот, и на Тобольского 23 июня, там в то время со всех Сибири, там из Центральной приезжали, там мощи святителя Анны. Приезжало много там. Но она впереди стоит, как почетная, и был такой там юродивый Гена. Сышима. Вот. Он всегда ходил, у него халат был такой, какой-то рваные рукавицы, и платком подвязан. Он зимой и летом, 40 градусов мороз, он так и ходил в этом. Потом халатик, то есть его, как он терпел, не знаю. Ну и вот он приехал туда, и владыка Максим его как-то он почитал его. Все так его, с собой возил даже, когда его привезет туда. А он стоит впереди-то, еще он встал впереди этой женщины-то, и, а он как поклонится так, а у него... Халаты дырявые, и на штанах тоже заплатка там у него не пришита. Он как наклонится, заплатка эта, и у него оголяется ягодица. А она, эта женщина, понимаете, вот стоит там это, ну, сверкает местом этим сзади. А он услышит, оборачивается, он да громко так на весь храм, так говорит: о, видишь, какая стоит, вон сколько святые все. Вон архангел Михаил стоит, там все святые. Нет, не смотрит на них, так она смотрит на мою задницу. Христа, ей удобно, а что ему скажешь? Он герой, ему ничего не скажешь. Я тоже, когда говорил, я так и принял, что стоит, ты смотри туда, выше смотри голову. Это не, ты, если вниз, то ты только смотри под ноги, а не так, что ты куда-то. А ты смотришь совсем не на то место, куда надо. Ну да. Ну так, ну еще все, ладно, на этом не заостряйтесь особо, пока еще будет. Ну, что пойдет. Ну, по-видимому, что для жительства он в Потеряевке, я скажу так, что не годится, потому что он приехал, он еще, как сказать, о жительстве в Потеряевке разговора-то не было, а уже всех жителей против себя настроил, все уже недовольны. Так не бывает. Обычно, если что-то хочешь, то вначале к себе как-то расположить всех, чтобы... Помогали хотя бы. Ну да.
там помогали, чтобы как бы за него. А это еще нет ничего. А уже все до одного жителя, 100%, все негативное отношение к себе настроил. Как это могло так быть? Ну, всех. Вот. В этом вот, или что это, или неразумие, или как-то, я думаю, то ли специально, что ли, для чего-то это делается. Ну как? Я по себе знаю, где приходилось, как-то в обществе, приходишь, допустим, в новую бригаду, то что-то есть, то стараешься там уже как-то не показать, чтобы к себе расположить людей-то как-то. Вот я приехал, допустим, в Киргизию отсюда, было, значит, это 72-й год, вот. 71-й даже, 71-й год был. Устроился я в городе в строительную бригаду, дома строили. Мне надо покупать дом, а мы в Бребрихе продал я дом только за 2000 свой. Ну, небольшой был домик, там построили мы небольшой был. Вот. А там нашел я в деревне 4500. Мне нужно занять 2500. А я всего месяц проработал в бригаде. И я когда сказал, и мне в бригаде собрали 2500. Одна там 200 рублей, каменщица там женщина. Прораб дал, значит, 500 рублей, вот, там, мастер, там, и все, и собрали, всего только я месяц проработал в бригаде. Я потом-то и сам даже, Люля, как так вот, Люля, как-то, ну, вот так вот, получилось так. И я купил дом, и я потом, мы, за год мы рассчитались, матушка, это. Я, там, яблоки у нас вырос, сад хороший, его продавали, там, хозяйство давай разводить, там, кроликов, и мы за год. А 2500 в то время, если машина, хорошая машина, стоила там 4000 всего, это считай, 5 даже, ну 5, полмашины. Если сегодня 800 тысяч, это 400 тысяч, считай, заняли. То есть как себя пойдешь, как покажешь себя это, а как это, еще не начинал жить, а уже всех против себя. Так не бывает, так не, нельзя так делать, ну, жить, если хочешь ты как-то. Авторитет, чтобы, говорит, вначале ты должен на авторитет поработать, а тогда будет уже авторитет на тебя работать. А не так, что я сразу, пусть авторитет на меня работает. Так не бывает. Ты несколько лет поработай на авторитет, а тогда уже будет другое. У нас он живет совершенно человек неверующий. Вот он уже 20 лет там, он ни разу даже в храм не заходил. Это сын Серафимы Гавриловны, Володя. Вот. Ни разу в храм не заходил. Но этот человек, вот, допустим, ночью даже что-то случилось, он спит, Володя, надо туда, а сейчас. Он ни слова не говоря, зачем или что, тут же одевается и поехал. Днем где-то там что-то, Володя, там, о, ну и сейчас я поросятам только вот вывалю там эту мешанку. И никогда, ни разу, чтобы он отказался что-то где-то помочь или что. Никогда, ни разу. Ой, человек совсем, ну, чуждый. Церкви. Она очень скорбит о нем, конечно, молится как так. Ну вот что-то есть и держит его, и все. А это человек знающий, и так решаем мы, как пасти коров. Коров в трех дворах только. Выходит, через два дня кому-то приходится пасти. У Игоря хозяйство, еще зерновое хозяйство. Сеять надо. А в этом году сеять, еще они только посеяли гектар 70, горох только начали сеять горох. А у него 300 гектаров. Да даже хозяйства большие, у нас вот есть 6500 у Долгова. Он там только начал, не знаю сколько он, да он гектар 100, наверное, только посеял еще. В этом году так, идет впереди комбайн, убирает неубранное осенью зерно, а следом идет сеялка, сеет. Это вообще. Но он не сеялка, он сеет так, они, как говорится, нулевая. То есть без обработки почвы. Сеялка сразу, она там борозду прорезает, семена закладывает. Дальше там прикатывает, а если есть хорошее, то и удобрение еще вкладывает там. То есть все за один проход проходит сеялка. Она может, наверное, поцелику идти. Вот целику даже не пахнет, да? Он так и сеял, раз там было, вот поле одно. Поцелику посеял, но трава там, а потом обрызгали, трава вся погибла, а к осени гречка такая выросла, там у него гречку сеял. Так вот он тоже еще ничего не может, не дает погоды. А вчера у нас выпал снег, где-то сантиметров 5, наверное, было покрыло. Все в снегу было. Вот так вот. Ну так вот. Такая вот обстановка. Вот. А земля холодная. Что посеешь, то это. Посеешь хоть, она ничего не будет все равно. Кто картошку посеял, она может, картошка, которая в колодце, она может просто загибнуть и не будет расти. Надо ждать, когда земля будет теплая. Старики как проверяли? Или брали землю, видел я, как-то показывали, он к щекам прикладывает два комочка земли,
Нет, говорит, еще это. А другие так, говорит, заходили на пашню, где снимали штаны и садились. На пашню посидит сколько, если холод оттуда идет. Рановато, говорит, еще земля не готова. Вот. Так проверяли, старых. Пора сеять или не пора сеять. Вот так вот. Ну так, занимайтесь дальше. Вопрос еще, Вадочка. А есть ли правила церковные, чтобы мужчина справа стояли, а женщина слева? Или это просто нет, нет таких правил? Такого нет. Это я ну я не знаю, может быть это есть, я не знаю это. Я думаю, что это просто благочестивые такие обычаи. Но они, скажу вам, да нигде не соблюдаются. Нигде. Только у мусульман. Вообще не ходят с женщинами? Нет, ходят. Мы... А, не мусульман, это мы были в синагоге с атаманом, ходили посмотреть. Синагогу нас там этот пригласил, как староста. И у них внизу женщина, а вверху, сзади балкон, но у них такая занавеса плотная. Женщины там, на балконе, под занавесой, чтобы не было у них. Это не мусульман. Мусульман, я даже не знаю. А мусульман, да, у него и так было. Это я в Тобольске. Я, значит, тоже был, смотрел. Они, значит, вот наполовину мужчина, а половина женщина, они отгорожены. Тоже плотная такая занавес, отгороженная. Там вместе нет. Вот. А у православных и у других, всех христиан, этого нету. Ну, ездят так вот, разделяясь там право, это как-то принято так. Это благочестивый просто обычай такой. А вот на венчании там же следят за этим строгом, что на венчании жена слева, мужчина справа. Да нигде не, не следят тоже. Не всегда, не всегда это. Не всегда это. Так, где есть судьба, а какой там? Ну, я вчера видел ролик, показали, говорит, как крестит. Крестит патриарх, крестит ребенка. Ребенку так, наверное, ну, может быть, годик побольше. Ребенок полностью одетый в какую-то куртку, и он его наклонил, только головку и вот рукой это и видно, как с руки вода бежит. То есть он даже ни голову не намочился, а только вот до темечка дотронулся рукой. И все, крестит патриарх. Здесь вокруг-то родственники его, все счастливые, улыбаются. Ну что, сам патриарх крестит, это же что-то не просто так. Да. И это показывает, зачем показывает, кто это, не знаю даже. Как-то было тоже ролик, но это давно было. Крестит батюшка в Москве, кольца Артемий Владимиров вроде. Он объясняет, что такое таинство крещения. Вот, говорит, значит, когда там все молитвы, какие называют, прочитали, потом священник берет младенца и трижды погружает его в воду. И в это время показывает, держит одетого ребенка и рукой на голову ему мочит голову. Все говорит правильно, а показывает совсем другое. Ну вот так вот. Поэтому все об этом говорить. Есть или нет? Нет этого такое. Как говорил мне один батюшка был, говорит, я, говорит, был у отца Акима, говорит, в Потеряевке, говорит, на празднике. И вот уже время-то, говорит, смотрим, уже время-то к восьми, говорит, проходит, говорит, уже часы прочитали. А в храме, говорит, никого нету. Говорит, как же так? Я, говорит, выглянул, а храм полный. Вот это ничего себе, как это? Значит, собрались люди, а нету шума, нет разговора в храме. Для них это чудно, как это так, говорит. Он думал, что никого в храме нет, а выглянул. Ну, в храме люди стоят, окажется, все. Как это так? Они зашли и стоят и не разговаривают. Храм мой, дома молитва, наверное. Это, да. Так, знаешь, где как есть это, кто? Есть где-то, может быть, такие вот храмы, но... Вот. Так что это не обязательное, как скажем, к исполнению. Но оно хорошо, когда так это есть. Вот. Благочестиво. Да, благочестиво. Чего, Валентина? Батюшка, может быть, сестрам как-то одежду носить, как у татар на молитве, балахончики, не обтягивающие. И что тогда? Чтобы не обтягивающие, не облегающие. А нет, Валя, я принял так, лучше сделать так, одному глаза завязать, не всем, а одному глаза только завязать, и все. Ага. Сестра молодая. Нет, Валя, Валя, это не дело. Дело-то не в другом.
Понимаешь, что говорит, от избытка сердца говорят уста. У нас нет убегающих. Это одно, есть, а другое. Нет, даже пожилые есть. Нет. Облегающие, не облегающие. Он на пожилых не смотрит. Пожилым обтягивающим можно. Кто там старшина тягует на клиросе? Молодые. Там затирают и на клиросе. Это не совсем, более серьезный вопрос разбирать. Ну не совсем серьезный вопрос. Ну так, долго не задержимся. У нашего брата Иоанна завтра день рождения. Пожелаем ему здравия души и тела, а главное, чтобы он сохранил чистоту своей души и тела, и чтобы обрел вечную блаженную жизнь в конце земного пути, который еще предстоит ему пройти. И будет много соблазнов, чтобы Господь его сохранил от этих соблазнов. И чтобы, да, чтобы он нынче заканчивает 9 класс и поступает он в техникум, желает стать ветеринарным врачом, а пока вот закончить технику, а дальше, чтобы Господь сподобил его быть продолжателем дела, которое было начато мамой, чтобы он династию эту сохранил. Многое лето нашему брату Иоанну. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето. Взрослей побыстрее. Всем много ответственности в семье твоей. На твоих плечах. Татьяна Кузьминична, а что у нас брата Игоря сегодня нет? Он захворал и что? Добунов нет. Я не знаю, он не звонит, но была ночь такая у Марины. Марина рабочая ночь. Игорь не спросил их или... Ну, может, по этой причине. Он не говорил, что не занят. Еще что? Кто у нас болящих? Оля Соклакова. Она тут вот. Ну, что-то вот не осталось. Ну, была она, да. Соклакова была. Ну, помните всегда брата Сергия из Воронежа. Несите его на крыльях молитвы. Он выставил свой ролик еще, как у него... практически без наркоза вскрывали гнойник в полости рта, там где-то зубы, там, ну вот представьте, это вот еще вот на этом фоне такие вот, так что, вот. Ну и нашу сестру Анастасию, чтобы Господь помог ей без ропота, уныния и отчаяния перенести все испытания, которые, все огненные испытания, которые выпали на ее долю. Вот, помните нашу сестру Нину из Клочков и ее супруга Виктора? Тяжелый он, да, стал уже трудно и ему, и ей, так что помните их тоже, несите на крыльях молитвы. Добро. Елена Кинякина с Новоалтайска передавала всем поклон. Была на занятиях. Она там, в Новоалтайке? Она там же. Так, еще не знаю, где. У кого еще есть информация? Просьба, пожелание, благодарение. Всем все довольны. Давайте к вам слово. Я благодарю за молитвы, что молились за меня. Помоги, Господи. Как ваша рука? Она сначала небольшие дела, а потом то, что было. Потому что то больше время займет. На этой неделе нам оказали помощь. Как заходили, видели. Я прошу всех все время помнить, кто нам помогает, Елена звать. Это вообще даже нельзя вообразить. Вот только сообщил и по интернету. Сразу секретарь сейчас уже отвечает. У нас вот этого нет и нет. Значит, сейчас мы посылаем машину в другой город и все захватим. Совершенно люди не нашего круга.
И я не указал то, что здесь есть. В прошлый раз тут собирали на аппарат, Татьяна это прибыла, деньги остались. И спрашивали, что нужно для лагеря. Я отвечал, ничего не надо. Но я не указал, что. Я сказал, муки надо. Надо там разных вермишелей, рожки, масло, сахар, все привезли и соль. Но я не указал, что нужно. Купить один или два мешка рису, один или два мешка пшена и геркулес. И компот с косточками. Виктор Андреевич, ему я дал деньги, купите, а потом отправите как-то. Я уезжаю на неделю раньше, Михаилу Петровичу накажу, все будет почти в одном месте лежать. Вот это вот, значит, рис, пшено, геркулес. Я не указал, это все было бы здесь. Ну, по одному, по два мешка будет хорошо. Ну, я сейчас поэтому еще буду говорить. Так. Потеряевки я не был, а мы по интернету там переговоры ведем. Дело не просто так, это маловажно, дело большое. Как-то к нам приезжали тут американцы, вот здесь вот были, когда мы жертвовали на перевод Библии, новый перевод, для перевода там даже не было, Ойрот, это Горный Алтай. Алтайцы жил там. И с ними двое американцев были. Так он вышел мне и говорит, они не могут перестать удивляться, какие у вас женщины красивые. Я говорю, это платье, платки красивые. Но мы без платья так видно. Поэтому у нас... Платье-то практически вот как или совета где стоит, он почти у всех до полу. Кому придираться-то? Это так, просто нас на этом испытывает сатана, указывает-то не на что. И чтобы вот так все, малые дети на руках даже, посмотрите на Варвару, как она одета. По полной форме. И платье, и платки, не то, что как у старой брязов, не замужья, пол головы у всех открыт. У нас нет этого. И к нам придираться именно поэтому, по самому... важному, столько лет с этим добивались, это благочестие изнутри исходит. И на это говорить, и кто не женатый, и стоит сзади. Я это уже расследовал, и отзывов пошло столько. Ну, обычно 300 человек посмотрят, и все. И здесь уже 6 тысяч посмотрели. Значит, там новый аппарат, он не может долго, снимает половину, там, ну, на сколько, полчаса, еще полчаса, и получилось 2 ролика, ладно. И буквально на следующий день... собирается, там Алеша строит свой дом деревянный, приходит туда, он Володя идет, Никита Кожевников, Володя Пащенко, значит, батюшка, вот это трое, дальше Владимир Устинов, его сын Алеша, его сын Андрей и староста деревни. Ну, 7 человек. Никита стоит здесь. Его подбивает к тому, что ты заехал-то куда, что. Он в интернете выставил. Все правильно, я в этом не раскаиваюсь. Я начал разбирать, ну не все тут. Игорь у меня был, Дыбунов тут, там увидел, там Марину, оказывается, это не сегодня началось. Я ничего не знаю. У Игоря живут наши две девушки. Какие он слова отпускал на них. А наши-то голубицы, посмотри на них, хоть когда выставляют. И, а он от меня где-то за это за месяц ушел. Стал страшно хомить. И я сказал, а как же нам жить-то теперь вместе-то? Даже Володя никогда не вмешивается, а тут не выдержит. Никита, ты что делаешь? Да разве же можно так это? То есть совершенно как будто уличный хулиган, хам, с большой буквы. И он ушел, тут одна женщина, не нашего, ну она близкая нам, ну, а у нее там, который помогает, мужчина не ее совсем живет. Он с ним с первого дня уже схватился. И против нее пошел, у которой жил, уехал, ни ключ не отдал и не сказал, что уехал. Такого вообще. Игорь говорит, у нас сколько было, Марина как готовит? Она тут какие-то организации одно время готовила, кормила их. Ну прекрасно. Ни разу не сказал даже спасибо или спаси Христос. Понимаете, за этим много другого. Я вот подготовил место, 22 места Священного Писания, которые это разъясняют. Батюшка очень интересно рассказывал. Прекрасно. Ну, у меня не столь будет интересно, а печально. Я стал спрашивать, которые заходят мужчины. Я говорю, а почему, когда? Поклон. Не то, что они стоят, а стоят-то как мусульманки, балахон, ничего обтягивающего нету. Ну, женщины стоят в хору, тем более в хору, которые стоят. А там все, кажется, Лена, Барабаш. И настолько сильно обидел, но сказали, что во двор больше не заходил. Как на поганца на какого. Ирина там пришла домой, Елисаветина мать в слезах. То есть он вышел еще на улицу, сколько наговорил пакостей. И такими словами, и ну, подтверждают люди, не верить никак нельзя. Я ничего много не стал говорить.
Ну смотри, ты ищешь сейчас что? Свободы. Свободу полную я тебе дал. Сказал, что выдавать ему продукты, у нас будет питаться. Пообедал, сразу уходи, своим домом занимайся. Но обстановка изменилась, теперь я ему ничего давать не буду. Полная свобода, дом есть, начинай, заводи жену, заводи скотину. Начало приобретения, это сначала жену приобрести, один что ты сделаешь-то. Ну, есть такие женщины, одна у нас Люба живет, Минаева. Она одна, кажется, двух коров держала, там овечек сколько у ней. Индюков, шесть пород куриц только. Одна. У нее все там, что такое. Есть такие женщины, но много ли их таких-то? И вот здесь мне стали отвечать. Его, вот что, прошлая его наркотическая жизнь, сколько лет он под наркотиками там жил. А теперь нужна свобода, возвеличиться и захватить ему все это. Ответил Сергей парализованно. Тебе охота порулить-то сталку, а в тебе-то ничего этого нет. Кальмаев ответил большим письмом, я его батюшке отпечатал где-то. Ему охота быть самостоятельным. Он ему пишет, Кальмаев, ты учеником, ты сколько жил, 4 года, ты везде все время, ты как против. И я ему говорю, он все равно сделает, не сделает. Учеником не был. Ученик настоящий, не знаю, тот Пупков, там, Нина Жолнерова, называй где-то, это нет ничего. Именно женщина склоненная. Он не говорит, какого возраста, а там у нас есть и 92. Что его смущает? Их убрать куда-то? А в хору там всего ничего. А глаза вот так смотреть, они почти на 180 градусов вот так показывают захват. А у него глаза еще на выпечку, так он на 190 видит. Это Сократ сказал. Это не мои слова. Так, внимательно, не пропустите, я как места писания буду считать. Женщина в поклоне. Я говорю, что поклон делает? Платье как было у меня, широкое так есть. Вы совсем как ребенок. Я говорю, ну как? Что говорит, то я и говорю. Вы что, не знаете, что женщина в поклоне? Как, в огороде все работают? Да нет! Почему извращенцы? Я сейчас буду считать места писания, каждое слово подтверждается. 22 места. Послушайте, кто может, запишите себе. Я сегодня решил отпечатать и показать. Это, считаем, книга Левит 15-18. Никто не записывает. Любовь Николаевна. Если мужчина ляжет с женщиной, ляжет, а сегодня не ляжет, совокупление скотское. Так, у нас дети до 16 лет, которые, покиньте, выйдите отсюда. Никого нету. Я у нее как-то это не заметил, даже можно сказать так. Этого не было нигде, что сейчас делают как. Но интернет весь этим наполнен, скотство называется. Всегда, когда мужчина, женщина мыл, лежали. Определенное положение. Один внизу, другой вверху, другого не было. И все это Библия указывает. Я скажу, где ты найдешь Библию-то? Да не найдешь. Слушай внимательно. Мужчина ляжет с женщиной, не стоя. Ляжет. Так, песня песней 2.6. И 8.3. Полностью повторяет. Левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня. Не возле головы, а под головой. То есть голова у меня на земле, так руку, ну легко вообразить, как, а правая обнимает. Это отношение Христа к церкви. Другого не было. О скотском положении женщины при воскуплении ни слова нигде нету. А если это было, значит это извращение, и оно так просто не проходит. Это вопреки священному писанию. Дальше. Бытие. 31.10. Вот козлы, поднявшиеся на скот. Что значит поднявшиеся? Заскочившие на овечку, козел, ну, на козу там и прочее. Поднявшиеся. Когда Яков там разделял Славянам скот, запомни, поднявшиеся из скот. Кто делает? Скот. Это называется скотское совокупление. Песня. В песне еще 3.8. Все, у каждого меч при бедре его. А где бедро? При бедре его, то есть пояс, висит меч. И дальше написано 7.2. Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Вот, округление бедр. То есть это не в грех, не в какой-то, а наоборот. Как она из мира-то заняла такое место. То есть она со всех сторон выглядела как есть. Иосиф был прекрасен, и написано и лицом, и видом, и прочее. То есть это, ну впереди стоящий, какой-то грех против тебя сделали, нет. 27 лет, кто-то соблазнялся? Да никто. А как это?
А он стоит перед ней две, а глаза-то впереди стоят маленькие девочки. А сегодня-то больше еще маленькие мальчики привлекают. Мне сейчас скинули один, говорит, я при монастыре где-то был. Ну, а там бывает трудятся, приезжают, работают. Я прохожу мимо, меня послали-то. Монахи в баню молятся, я слышу женские голоса. Я, говорит, ничего не сказал, пошел к настоятелю. А есть канон такой, запрещающий мыться в одной бане, даже в мирянам, мужчины и женщины. Ну, конечно, если она ухаживает за ним, или жена там, без рук, без ног, то это не имеется в виду. А вообще, я пошел к настоятелю и сказал, отче, там в бане-то, ну и что? Да женский голос, он, да слава тебе, Господи, не мужские. Что, гетеры, они... Не садомиты. Даже женщина-то ладно. Это меньшее, говорит, наказание будет ему. Дальше. Показываю как. То есть бедра наклонилась, она, он воображает себя, козлы поднимаются. Ты говоришь, вот что он воображает. Так, это не надо показывать, оно и так воображение человек все рисует. Любой срежиссирует себе такую картину. Дальше. 8-9. 7 глава. Этот стан, это тело ее. Похож на пальму. Значит, хорошо, нужно знать, как деревья растут. Пальма кривая не бывает. Вот интересное дерево. Высокое, у нее насколько мощный приток сил, что только прямая. Кривое, как вот береза, ни одной пальмы нигде не было. Ну, бывает, где-то она попала, не прошла, там, конструкцию. Так, а груди твои на виноградной кисти. Это Дух Святой изрекает через своего служителя. И дальше. Подумал я, влез бы я на пальму. На что? На стан. Ухватился бы за ветви ее, ветви, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Самая возвышенная песня во всей Библии – это песня песней. Это не эротический роман. Здесь ничего нету. Убрать? А кого убрать? Стоят все, видите, у них никаких не форм, боком повернут, тогда у них видно будет очень хорошо на фоне, и спереди, и сзади, что представляет. На лицо не смотрит, то есть человек поглощенный похотью. И это высказать вслух, ну, бывает, человек мучится этим, но афишировать, это уже запредельно, бессовестно. Матфея 5:28. Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Не сзади. Просто на женщину смотрит и думает, а вот бы если. Она виновата, да нет, он виноват-то. Он с таким вниманием смотрит на нее, и не просто с вожделением. Ефрем Сирин, когда молился, ну если то такой, который меня научил, ну все уже знает, и, ну все. Ему было сказано ответом, иди, кто первый встретится, он тебя научит. Он идет, и первый идет с ночной работы, ночная бабочка. Она отработала. Остановилась он, и он смотрит, она на него смотрит, думает, новый клиент пришел. Он не выдержал, говорит, а что ты на меня смотришь? Я из ребра взят, я и должна на тебя смотреть. Ты из земли, так и смотри в землю. Тоже мне монах. Он развернулся, думаю, смотри в землю. Вот это, смотри в землю. Так а что он повторял? Вот и все, она тебя научит. А когда раньше он во дворе что-то готовил, там, и одна из окна выглянула, такая, может, еще не хватает, он говорит, кирпичей тут не хватает, песку, чтобы заложить тебя там. А тут все, смирился и... Дальше. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось его от себя. Лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Исповедуя однажды женщину, протопоп Авакум, ну, возгорелся, он почувствовал, мужчина это легко определит. И он что, скрутил две свечки вместе, исповедует и положил руку на нее, на огонь. А были такой, который не покидал, у него палец отвалился и упал. Что раньше помазали, неизвестно. Житие святого Конана говорится, он помазал какую-то персиянку, помазывал какие-то, вот в диаконисы ставили женщин, эти места, не рот и уста только мазали, как сейчас, а что-то еще мазали, и он не выдержал. В нем возгорелся огонь, он положил свои эти бутыльки, кисточку, и пошел заплакал. Рассказывает, что ангел взялся за это дело. Женщины бывают такие, что перед ней, говорит, вот считаем Фёкла, ни один художник не может изобразить. Не может, он может изобразить вид, там, пропорции, а все это не то, это не живое. Живая, она только глянула, ничего не говорит, ничего, и весь пляж на нее смотрит, и она обыкновенно одета. Здесь другое, даже лицо не видит. 1 Иоанна 2:16. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская не есть от отца, но от мира сего. То есть он от мира,
Ну, по-мирски разговаривает. Я сказал, надо вывести его оттуда. Сейчас подумал, да, с той стороны больше видно, надо в другую сторону его дальше туда, чтобы не видеть. А на улице-то вышел, а те же все подходят к Христу точно так же. И что нам делать? Какие стены возводить? А Василий Великий, да, Василий Великий. У него много было мистического. Он взял, сделал из золота голубя, Василий Великий, на золоте. Золото повесил на дитюшку на престоле. Ну где-то кто повелевал? Если крыльями он махал, он понимал, что дух присутствует. А если нет, он искал, это Василий Великий. Ну, и однажды он смотрит, что-то голубь-то крыльями-то не машет. Он причину ищет. Это такая святость была. И что дальше? А дальше он глянул на диакона. А диакон и забыл про него, и там женщина. Он на диакона такую пятимю наложил и сказал, немедленно там от женщин отгородиться. От женщин. Не женщин, а от женщин отгородиться, перед ними там что-то поставить. А теперь ссылается, Василий Великий нигде у православных никогда не было. Сам взгляд, даже на улице с вожделением, он тебя уже на другую сторону перекидывает. А здесь опиши, где в храме, где такой порядок, ни одного слова не слышно. Все до одного одеты, как положено, только наклонились к нем. Что ты воображаешь? У меня года два назад был еще один человек, теперь по-другому отношения изменились. И он стоит вот так вот, перекатывается на пятки и на носки, вот так, в храме нет, нет, и опять. У нас был один такой. Потом он стал священником патриархии. Когда вышел, я говорю, зачем ты это делал? А что? И перекатывался. Ну и что? Это блудная лихорадка тебя мучает. А как вы узнали? Как узнали? Когда зашли с ним, я говорю, ну ты ж какая красавица, ты мог бы изобразить? С закрытыми глазами. Вот и все. Все в тебе, а не где-то. И с этим вышли, я говорю, ты почему так сейчас перекатывался-то? А что? Блудная лихорадка, ты-то... Вы пророк, наверное. Я всю службу о блуде думал. О блуде думал, что разведенный женой там и прочее. И стоит, вы не думаете, что просто так. По поднятию ресниц узнается наклонность к блуду сераха, говорит. Просто подняла глаза, опустила, и психолог он уже определит, кто он такой. А вы могли? Я один раз в автобусе сидел, мужчина зашел, приятный наружности. Я понял, стопроцентный блудник. Он спросил, а, да это уж 15 раз уже не совет приводит. Только глянуть, у него буквально течет с лица это. Бесы играют на лице. Если ты этого не знаешь, ну, можешь поверить, а можешь нет. Второе послание Петра 2.14. Глаза у них исполнены любо страсти, непрестанного греха. Это сыны проклятия. Это не один человек, как оскорбить, а оскорбить буквально всех женщин. И притом такие слова были сказаны, мне говорят, это... Ну, посмотри на наших девушек, которые есть. Да их только пинком, да под зад. Он говорит, не под зад сказал, говорится, а сказал под страху. А которая была, да не под страху сказала, а под жопу. Трехэтажная поправка еще говорят. Игорь-то Дыбунов, это не сегодня, говорит, ты пришел. Я сколько раз говорил и держал, ты что говоришь? Ну, на кого говоришь? Они там. И она к нему хорошо будет относиться. Ты только на нее глянь, тебе уже понятно, что Бог дал ей и красоты, и всего, и благочестия. Бытие 20.39.7. И обратили взоры на Иосифа, обратила на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мною. Не сзади стань, а спи со мною. Я показываю, вот то, что натурально для человека. Сказала Иев 31.1. Завет положили с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. А много ли таких было? Это Златоуст особенно подробно. Не помышлять. А мог? Никак, женился, на 10 детей еще нажил. Притча Соломона 6.25. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя. Чем? Как вихляет идет задом? Нет, ресницами своими. У нас женщина одна, я говорю, ну что, назвал, так назову, Любовь меня, она старшая сестра. И она говорит, вот, я гляжу, вроде совсем ничего не видите на меня. А я говорю, еще, а вы знаете, на что мужчина обращает, уже на женщину внимание? Я говорю, нет. Он говорит, на задницу, а становится дальше. А почему? Ну а почему дальше обряд? Ну просто склад. Склад вожделений. Вот так. Так. Притча 5.19. Груди ее да и упоевают тебя во всякое время. Речь идет о жене.
грудью поевают себя, а по-другому он их и не увидит, эти груди именно рядом. Все описано в Библии. Дальше, Руфь 2.10. Ну а женщина, если кланяется, я выбрал все места из Библии, где женщина кланяется в присутствии мужчины, и нигде нету, ни в толковании, нигде, что это непристойно или как. Так как Великий пост, земные поклоны, когда, ну сколько раз такое есть. А он только ждет момент, когда наклонится, и тогда воображение ему дает подпитку. Она пала лицо, на лицо свое поклонилась до земли. И никто, нигде, никак. Ну, это естественно. 1 Царств 25:23. Когда Авигея так все это увидела и пала перед Давидом на лицо. А рядом воины стоят, идут как раз навала этого истребить. Женщина пала на лицо. И как она по-другому-то никак? И видно она, что спереди, что сзади-то. А нигде нет на это обвинения или какого-то слова плохого. 2 Царств 14:4. Вошла женщина к царю и пала лицом своим на землю. То есть это не какое-то плохое положение женщины, или можно больше соблазняться, а только развращенный. Ну, не знаю даже. 4 Царств 4:37. Подошла, упала ему в ноги, поклонилась до земли. 1 Петра 2:11. Возлюбленная, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. 2 Тимофея 2:22. Юношеских похотей убегай. Одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Ефесянам 4:17-19. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делает всякую нечистоту с ненасытимостью. Вот за этим сколько? Библия нам показывает, из-за чего теперь мне стало это понятно. А что нужно сделать? Ну, батюшка ничего больше не делает, но совершенно правильно. Но думали, там в общине приедет. Нет, он у нас в общине числится. У нас, если будет, он стоять здесь не будет. Он стоять будет в коридоре, он в самом конце там. Нам по-другому никак нельзя. Потому что я стою, я в коридоре стою. Даже голову не поворачиваю, я весь хор вижу. Направо выходит. Это все видно. Шор, это тебе одному надо надевать. Чтобы лошадь ничего не видела, ей ременная такая стоящая кожа. Вот так вот, шоры называются, зашоренная. Она знает только вперед. А здесь шоры нельзя сделать. Свободой легче всего. Ему запретили сейчас к Володе заходить, туда не заходить. В храм только так, и в храм приходить последним и заходить, чтобы женщин не видеть. Выдержит он? Нет, конечно. То есть поставит в рамки. Вы слышали? Теперь... Немножко еще. Я уезжаю, и на лето я даю ключи от калитки. Кто у меня берет? У тебя нету? Вот Михаилу Петровичу, это первый. Так, не забывай, тут и голуби. Кто когда приходит, ведром, чтобы тазик был налитой воды, а пищу дадут. Ты пойдешь, посмотришь, где пища. Так, возьми. Виктору Андреевичу, передайте. Так, Сергей Павлович, третий. Что у нас тут бывает еще? Она раньше приходит, чтобы привязала на веревочку дома, когда пойдет. В кармане, чтобы не потеряла. Объясни ей. Привязала вот так вот. Все. Она раньше приходит, и все. А потом осенью скажи, чтобы отдала. Так, еще кто у нас? Кто-то тут приходит. Я не знаю, как будете мыть. Ну, как-то узнают, договорятся. Так, кто еще? Кому необходимость тут такая быть? Ко мне туда в комнату никому не заходить. Без разрешения, пока не позвоните. Никому. Так, Надежда Васильевна будет, когда уезжать, если только не со мной, обязательно что-то пришел. Чтобы из розетки все было выдернуто, и зря не заходить. Потому что через минуту уже не помню, включила, не включила. На Христос только вышло. А плитки сегодня и здесь не оставляйте включенным. Там крущаник стоит-то. Да у нас он там работает, внутри само выключается. Оно не выключилось. Не выключилось, и все, пошло. Все обгорело. Что, никого больше нет? Сергей Павлович, тебе не надо сюда заходить? Куда? Ну сюда, когда на территорию. Никого нет. Мне уже дали. Я, да. Дежурный кто будет здесь из мужчин? Так, Андрюша. Дежурный когда? Дежурный здесь наружу наблюдение, это само собой на ночь. Но на ночь надо, чтобы кто-то здесь был. А там съемка ведется, запись. Без этого нет. Я где смотрел в городе, где наружу наблюдение, то есть видно там, что везде дежурные сидят. Они дают только более объем. Они так... Кто ночью-то видит-то там? Что-то сделается не так. А здесь рядом ты вышел, посмотрел, дал сигналы и прочее.
Так, еще. Кто из мужчин дежурит здесь? Кого-то нет сегодня, наверное? С ключами разобрались. Не потерять. Так, я говорю о простых вещах. Когда ворота у нас закрываются, вот смотрите, вот так вот наши ворота там большие, а тут все дерево, большая парусность, ветер. Держите, чтобы не вырвало. И надо, чтобы вдвоем было. И вчера гляжу, кто был вчера вечером здесь, ворота закрывал. Я думал, Загуляева, а их не было. Искал, искал, кто? Батюшка закрывал. Да не батюшка, двое, две какие-то подошли, как мне показалось, ее девчонки. Две женского пола. И они закрывали. Но если вот так вот довести, а здесь ткнуть палку, она вот так торчит с этой стороны, с этой. Она тут же два раза качнулась. Надо вот так, чтобы ворота завести вот в таком положении. И теперь подсовывать вот здесь две скобы, тогда она держит, а потом ее привязать. Вы поняли? Не вот так вот, чтобы было. Вот так, если сунешь, ворота вот так вот, а то она тут же выпала и все. Надо, чтобы туда вот так загнулись улицы. Ну, самые простые вещи надо объяснять. Потому что если сломаете ворота, это большая неприятность. Надо искать сварщика, деньги, и еще неизвестно, что получится. Так, батюшка говорил про шаббат, немножко дополню. Ну вот скажите, вот просто батюшка сказал, и вы услышали, ваши действия какие к шаббату? Туркмены. В таком-то году это было... А человек, у которого есть дар видения этого, у погибло не 5 человек, 120 тысяч. Ну, это же не миллионы город, 120 тысяч. Остальные там больные, там раздавленные, это полностью сразу оказались. И вот зашел туда человек один, наделенный видением. А это видение должно на тебя направиться. Да, я узнал, да, горе, я посочувствовал, но больше ничего нету. Он написал стихотворение. Земля тряслась. Волною колебания было прокинут город Ашхабад. В раздвалинах оставшиеся здания об этом и сегодня говорят. Об этом говорит мечеть туркменов, зияющие раны обнажив. Здесь многие уж были несомненны и доставали здесь карандаши. Стена чернеет в именах и датах. Только курсанты записи вели, мол, были здесь такие-то, тогда-то. Да, были. Посмотрели и ушли. Я лишь одну из надписей в мечети до этих пор мог в памяти хранить. Вот строить научусь, и стены эти я постараюсь вновь восстановить. Такое вот стремление и желание должно быть у нас. Отметили большое колебание сейсмографу Господню по церквам. Вот здесь видны проломы в Доме Божьем, а там сошли с фундамента столпы, и гнется трость, предутонченной ложью, и вновь Христос хулится средь толпы. О, как нужны теперь нам христиане, которые могли бы повторить. Я приложу все силы и старания, чтоб Божий дом опять восстановить. Поменьше б тех, кто смотрит равнодушно на раны церкви в тягостные дни. Поменьше б тех, кому одно лишь нужно, что в списках общин числились они. Вот так, такое слово. Я не знаю точно, но, как мне известно, будто бы Храпов Николай от баптистов. Он где-то 19 лет пробыл в тюрьмах, потом был в ссылке, и к нему так родных вроде не допустили, там он умер. Вот как надо повернуть. Я там одну строчку маленько не так сказал, но смысл тот самый. Вот событие, и из этого события что можно взять? И его уже нет, и Николая, и Ашхабад отстроили, и он уже не в Советском Союзе, и Союза нету. А эти слова по-прежнему спрашивают. Поменьше тех, кому одно лишь нужно, что в списках общин числились они. А вот Олеса Крапова-то почему ушла? Она не говорит. Она не говорит, да это мама. Я говорю, мама не будет, умрет, точно так же. В списках числится, нету, ни на одном собрании, то есть полная отчужденность. И ты не думаешь, что просто так, я один раз прошу, она идет, ну ничего же не будет, мама еще была живая. Нет, нет, а к ней, так матери никого не допустила, больная. Звонил я, несколько, не допустила никак. Понимаете, за одним событием тянется другая цепочка. Что, она говорила сегодня с кем-то? Она близкая Марине, вроде бы, Дубуновой. Я говорю, мама умрет, ты точно так же не будешь оставаться. Это в тебе.
А если оставаться, ты все сделаешь. А если разницы нет, да ты в любой храм иди, он тебе вообще ничего разницы нету. Ты с нами сидеть-то тут не будешь. Интересно, есть канон. В канон прямо внесли. Он канон такой выражает как бы эпоху. Эпохи были разные. Было время, пришло. Это говорится, семь епископских отроков. Епископы перестали верить в воскресенье из мертвых. Воскресенье из мертвых не верят. И поэтому Бог семь юношей, ну военных там, курсантов или кого, усыпил, и там через 250 лет опять разбудил, они пришли в магазин с теми монетами, один пришел-то, того века, то он не знает и смотрит на воротах вместо императорского лика изображение Христа. Он даже не понял, что спали они там 250, кажется, лет. Это жития святых. И вот в то время берегли епископов. Какие они были, я не знаю, но один канон показывает, что далеко не все в порядке было. Если епископ приезжает на дачу, повелевалось служащим немедленно всех женщин куда-то спрятать. Как будто весной, после зимней стоячки где-то там вывели производитель жеребца, и тут телки, и разные кобылки, и он сейчас где-то убрать, чтобы никого он не видел. Вот, вообразить даже нельзя. А женщины ходили, прикасались к Господу, падали. Эта блудница упала. Никто не сказал, а что на такой позе-то стоит. Этого греха, по всей вероятности, не было. Было такое, если женщина станет перед скотиной для совокупления, предайте обоих смерти. Это скотское совокупление. И на этом соблазняться. Значит, вы что, если имеете, я отвечаю за то, что Слово Божие говорит. И что там, когда ну, записали. Возмущены все. Она, Ирина, говорит, пришла там, плачет дома. А что плакать, я не знаю. Мало ли еще, какой заскок у человека есть. Ну, мы можем помочь тебе это, помочь. Вот так. Вот что я вам хотел сказать. Значит, сестра Татьяна, с Виктором Андреевичем поговорите насчет того, как купить. Как? Мы нынче, вот в прошлом году нас Господь сохранил. Лагеря не было. А приезжали люди и с родителями, совершенно неуязвимые. Три раза за лето приезжал начальник уголовного розыска и даже попытки не сделал, только спросил, ну как у вас, видимо, в лагерь съездили, там все заросло. В лагере-то нет, я говорю, да нет, там только растет там это, Виктория Ягода, он уже знает. Ну, все хорошего. Мне сказали убрать слово «лагерь» и перевести на это. Я-то узнал, когда мы сделали это. Потому что когда последний раз Роспотребнадзор-то наши бежали в ночь от него-то, а на утро уже попросил собрать собрание и сказал, мы приобретаем дома, и в домах, ну теперь-то ясно дело, кто был, да что там говорит, там где мы были. А здесь и холодильники, и плиты, и, ну, дома большие. Вот. Как это будет? Вот в прошлом году у меня было, здесь Володя, отдельная комнатка у него, и здесь сестры. Так, 12 как бы мест, как не койки, а там на этом. Палате, как назовем, или стеллажи. А у Володи, этого, у Никиты там, я уж теперь ничего и таить не буду. И у меня внутри какое-то такое было чувство. Ты там старше остаешься. Никита, слушай внимательно. Ни к одному ребенку даже пальцем не прикасаться. Как он вскипел. Даже, что у меня? Я тебе сказал, ничего нет. За эти слова меня судить можно ли? Я сказал. Это очень-очень далеко ведет, очень дорогое удовольствие. Ребятишки маленькие, а когда уже с ними приедет воспитатель, там Галин Духин, тогда проще не прикасаться. Так ко мне никого не надо, а мы не договорились. Я подарил вам эти дома для того, чтобы служили для Господа. А нет, значит, он нигде ни одной дыры не заткнет, стекло не ставит, и совершенно этого не нужно. Так он жить-то не будет. Поэтому никак. Все прошло. А сегодняшнее вот это и говорит о том, что вовремя и к месту было сказано. Мне говорят, вы дождете, что где там лесносильный, сейчас или кого-то убьет. Последний день, перед последними днями он ходил с двумя, говорит, ножами, тут махал и там какие-то песни такие вахабитские пел, или что-то мне говорят. Ну, может, это игра была или что-то, но вот такие слова. И при том говорит человек очень близкий-близкий нам, у которого он жил. Поэтому, если будет где-то что-то проситься и прочее, моего ни ходатайства, ничего нигде нету. Я полностью даю ему полную, абсолютную свободу. 4 года он был, много мог бы научиться. Притом он, когда идет, он не видит, что скотина здесь была или зашла, и разницы нет. Девчонка одна прибежала и говорит, а там корову оторвали эту жертву, и они там пошли в Игорь, все. Он придет рядом, даже не увидит, как будто нету.
То есть совершенно никак. Он без матери, мать живая, без отца, ну и сам по себе. Как. А в электронике, в этом компьютере, везде мне помогал. И все знает. Вот какое дело. И в последнее время насчитал Григория Сковороду с Украины, этот философ такой был христианский, и там этого Спиридон Матюшин, кажется, его, был миссионер такой. Две или три книги насчитал. Я записки заканчиваю попади. Выставлять. И считает, хорошо читала? Записки попади его начитал. Да-да. На эта записка там кто-то говорит. Или он насчитывает. Ну, еще так считает. Видите как. То есть написано, кто не работает и не держится нашего предания, говорит, то говорит, не сообщайтесь. Но не считайте за врага. Я думаю, то есть вполне, чтобы его за врага не считали. Даже дальнейшее покажет. Молиться надо. Вот так. Всякому свойственному. Вот такую тему, вот я вам ее разъяснил по слову Божьему. Итак, вывод какой? Молиться, усердно молиться. Я не говорить еще про это теперь уже, все знают. Ну и молотить лишнего не нужно, просто молиться о нем. И что все подтверждают, вот было с Романом, пока со мной был, лучшего помощника не было. Как только уехал, как какая-то стена, говорит, рухнула, и все понимают, и с Никитой у меня был, этого нигде ничего не проявлялось, нигде, никак. Здесь полный рост, все, разорвал узы. Почему? Молитва. Еще раз напомню вам, вот все, кто начинает восставать против нашего наставника, все терпят поражение, прежде всего на духовном уровне. Душа. Прежде всего на духовном уровне. Так что опасно нам приближаться, тем более восставать. Бойтесь. Цените то, что есть. Простите, еще скажу. Банки, какие кто нам давал, там помидоры, Лена, зайдите, чьи банки, если у нас есть, чтобы взяли. Мы все увезем. Кому-то мы должны, чтобы я уехал, никому не был должен. Притом я не знаю еще, ну, думаем второго, ко мне какие-то что-то есть, выскажите прямо при всех на весь мир. Обиженный, как говорит, у кого я шнурок взял, как, о чем говорит, когда Самуил уходил уже, он все перечислил. Я ухожу из этой жизни. Ну и мне-то сейчас вот 10 июня будет 79. Даже не 2. Какие ко мне претензии? Я человек такой, что мне нужно это сказать. Где-то я увлекся чем-то не так и просто необходимо. Я вам рассказал стихотворение. А это я заучил его еще 50 лет назад. И оно в памяти вот так, как кто махнул, осветил ее. Спасибо, Христос. Слава Иисусу. Еще у кого есть информация, просьба, пожелания? Да? Я напомню, у меня отец больной в онкологии. Помолитесь, Александр зовут. День, я туда у него нашли метастаз, и он уже плохо ест. В общем, пищевод прорастание идет, поэтому... Помолитесь, не знаю, сколько ему осталось, но он не обращенный, вот об обращении. Александр. Господин, еще у кого слово, да? У меня просьба молитвенная. 10 мая администрация Ленинского района приехала, полуразрушила мою дрессировочную площадку. Вот. Во вторник я записался на прием к замглаве администрации Сергею Васильевичу, его зовут, чтобы у него сердце расположилось. Все как-то. На вторник? Да, во вторник в 2:15 молитесь, чтобы эта встреча, ну, принесла хорошие плоды, чтобы Сергей, всем было хорошо. Сергей, да, да. Сергей. Может быть, тебе построить настоящую, да, от администрации? Да, это в было в городе будет. Этого нету, ты единственный сделал своими руками, то разрушили. Ну, вообще, как есть другие друзья. Ты вот это, помощь. Вот это раздать на этой неделе поможет помочь объявление наше. Возьмите где-то, расклейте какие-то организации. Где люди есть? Помните объявление? В газете. Приглашение родителей детей в Потеряевку, да, на лето. И для тех, кто желает поселиться. Два объявления рядом. Еще у кого есть слово? Ну, заканчивать будем. Значит, еще у нас будет что? Как всегда. Песнопение, занятия, трапеза и занятия. В 6 часов вечером. По скайпу тоже занятия. Сергей Павлович. Достойно есть яково истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего,
честнейшую херувим, и славнейшую без сомнения серафим, без искрения Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Напротив, поставьте Иеремию. Господи, защити Родину нашу от нашествий наплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова, Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Остановил? Как?